Всем привет! Новый завоз машинок. Самый главный виновник этого видео. Так, сильный ветер, не знаю, может, меня плохо слышно, но как есть, извиняйте. Мне негде прятаться или там что-то как-то делать, переделывать видео. Показываю, как есть. При ветре, при урагане, при дожде. Ладно, вот такая красавица, 2013 год. По стеклам. Двоечка стоит. Видите? Может, 12-й. Не знаю, как там будет. Дальше. Покажу сразу движочек. Вот, смотрите, какой новенький сидит. По словам того, кто привез его, что на этом движке проехал 5000. Короче, меняли движок. Вон блок тоже. Новенький, чистенький. А, не видно, телефон не передает такое. Новенький, чистенький. Сказали, что у него пробег 5000. На этом движке. Выглядит, да, вообще свежий. Там не чищенный, ничего, выглядит вообще новый, кстати. Движок тоже. Ладно, все равно его сядем, заведем. Пробег на спидометре у него 360. Мы уже сделали кружочек, покатались. Это автомат. Так, сейчас посмотрим. Вроде только что открывал. Так, покажу здесь сразу. Кто знает, разберется. 3,5 тонны, бля-бля-бля-бля-бля-бля. Вот так. Все видно. Такая история-то с ним. Я его снимал еще часа 3 назад. Но потом много клиентов налетело. Не смог выставить ни видео, ничего. И но заново видео пришлось переделывать. Происходило тут все так. Я снимаю видео, сел сюда, завел, поворачиваю, показываю, говорю, что здесь окошко есть. Тут таким подъемником везут Зафиру, такую старенькую, там, не знаю, 2002-2003 год, боком почему-то. И вон, видите BMW, которая у нас стоит на продажу, вот эта шестерочка, он в нее врезается. У меня это все на видео. Я слышал удар, все, не видел и не заснял, конечно, как ударил, но это было понятно, я сразу вышел. Не подал виду, что я снимаю, как будто разговариваю по телефону, вот тут стою, так по чуть снимаю. Он уехал с ней в сторону, с этой машиной поставил там на перекрестке. И сам, кстати, там не он, тоже желтый был этот подъемник, уехал туда. Я это все на видео заснял. Пошел к боссу, говорю, так и так, вот это такой. Я знаю, какой это гараж, кто это, все известно. Говорю, посмотрим, подойдет или нет. Через минуты 3 он подходит уже пешочком с того гаража, садится в Зафиру. Мы к нему подходим в окошко. Здрасте. Он такой, что было? Как, что? Почему? Ой, извините, я не подумал, я не увидел. Но сосед называется, блин, подойти не надо, сказать, что машину тюкнул. Кстати, могу показать. Потом про эту машинку расскажу, не обижайтесь. Вот здесь он ее тюкнул. Короче, машина уже дешевле будет стоить. Если кому интересно, уже 8500. Сам этот гараж еще заплатит чуть-чуть. Или так можете еще подождать пару месяцев, мы ее со всех сторон побьем, уже потом за косарь его возьмете. Также может быть. Ладно, о чем мы тут снимали? Так, это автомат у нас 2,2. Так, тут с этим алярмом я уже заколебался. Алярм. Смотрим. На ней катались, все нормально, все едет. Правда, она как елочка. Лампочки горят у нее. Ну вот, лялечка. Заводится, как часики. Ну, а такие лампочки горят у нас. Кондиционер, все дела, 3 рубля. Сейчас кататься, конечно, уже не будем. Я на ней прокатился. То бишь не я. Вру. Из нас, из наших прокатились. И будет к ней прицепом кое-что. Сейчас сходим на эту площадку, покажу. Кстати, вот эта BMW тоже приехала сегодня. Тоже продается. Семерочка, 2,8 бензин, 1500 стоит. Кому интересно, пишите, в понедельник посмотрим. Сейчас про нее там, в нее вникать не буду. Ладно, сейчас идем, покажу, что к ней в придачу есть. Можно купить такой этот, как он, бак, контейнер, как он называется там, на гидравлике, электрический. Сейчас посмотрим.
Так, это закрываем, тут все понятно. Вот такая красота. Да, она стоит 8000. Если тот бак в прицеп, вы просто видишь, отдельно, он 900, а если все вместе, 8500. БМВ, да, открыто. Короче, тоже на продажу. Можно на разбор, конечно. Ладненько, идемте на территорию. Посмотрим. Короче, я тоже думал, что кусочек этого видео вставить, что как он там ехал, врезался. Но мне сказали, не надо, это все-таки сосед. Короче, нельзя мне вставлять это видео. Идемте посмотрим сзади все. И там вам решать, если вам интересно, или отдельно, или вместе. Камеру чуть-чуть опущу, чтобы лица не снимать. Так, кто-то у меня вчера мне вечером звонил, спрашивал, синий гольф, он есть, но это не тот движок, как ты меня просил, если ты смотришь это видео. По-моему, тебе АКЛ надо было или что-то, я не помню. Но это не то. Потому что ты должен мне был сегодня отзвониться, но я не отзвонился. Да, кстати, ребят, тоже спасибо. Там последнее видео с того гаража, где брошенные машины. Комментируйте, пишите, я потом посмотрю, какие машины вас больше интересуют. Те мы, конечно, с вами посмотрим. А на следующей неделе уже постараюсь видео выпустить. Может, не знаю, вторник, среда, четверг посмотрим, как время будет. Вот. Вот такая штучка идет к нему. Ну, как идет, если вы хотите. Только она, мне кажется, какая-то короче. Не? Или у нас с глазами не все в порядке? Неважно. Я уже посмотрел, это алюминий. Сейчас мы его будем посмотрим. Генератор получится тоже. Ладно, вот кабеля. Так, отсюда не видно. Я же смотрел, нет, с другой стороны смотрел, по-моему. Он, короче, он еще откидывается сам. Ну как сам? По вашему приказанию. Да, я отсюда смотрел. Вон, видите, гидравлика. Подождите, может запустить телефон лучше? Блин, не подойти, а? Так, вот, вот, вот. Все эти причуды. Вот. Вот, она отдельно стоит 900 евро. Если вы покупаете вместе с машиной, она отдается за 500 евро. Все, готовый бизнес. Может, заодно вам показать, какие еще машины приехали сегодня? Или уже не помню. Сегодня так много народу было, хотя у нас как бы и отпуск, как бы считается, тут сейчас вся Голландия в отпуске, но сегодня как что-то было ужасное. Столько народу набежало. Так, ну ладно, наверное, буду заканчивать видео, потому что ветер сильный. И так меня, наверное, плохо будет слышно. Ладно, ребята, также не забывайте там переходите в предпоследнее видео, смотрите машинки, помогайте выбирать, будем их смотреть, заводить, узнаем все цены. С вашей помощью все это будет быстрее, а то если каждую машину там буду это делать, там половина их ненужных. Не забывайте комментировать, подсказывать, какие движки лучше бы на таких машинах были бы. Мне это все больше откладывается, все больше, все лучше будем, как говорится, нужные машины искать с вами, чтобы не выкладывать, не очень интересно. Думаю, этот спринтер интересно будет, так что жду ваши звонки. Также лайки, комментарии, то, как вы оцениваете эти цена, выгодно, невыгодно. Все, всем спасибо и хороших выходных. Всем пока.